Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Хотя информации о 8-месячном браке Демет Аздемир и Агужан Коч не так много, он сказал, что старшая сестра Демет Аздемир, Джан Яман, снова встречалась с Демет Аздемир, что пара не была достаточной причиной для развода и что Демет была его бывшая девушка. Джана Ямана такая ситуация совсем не устраивала. Понятно, что он пытается оживить отношения. Хотя информации о прошлых отношениях Демет Аздемир и Джана Ямана не так много, известно, что любовь и близкая дружба этих двух артистов являются важной частью их отношений. Было установлено, что Демет Аздемир и Джан Яман снова начали встречаться после расставания пары, и причиной решения Демет развестись с Агужаном Кочем было то, что она хотела возродить свои старые отношения с Джаном Яманом. То, как Демет Аздемир и Джан Яман подходят к процессу возрождения своих отношений, должно остаться в личной жизни пары. Понятно, что эта ситуация требует гораздо большего внимания и понимания из-за трудностей, которые испытали Агужан Коч и Демет Аздемир во время бракоразводного процесса. Несмотря на это, мы можем сказать, что попытка Демет Аздемир и Джана Ямана возродить свои отношения – смелый шаг, предпринятый Демет, чтобы начать новую жизнь. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Хотя информации о 8-месячном браке Демет Аздемир и Агужан Коч не так много, он сказал, что старшая сестра Демет Аздемир, Джан Яман, снова встречалась с Демет Аздемир, что пара не была достаточной причиной для развода и что Демет была его бывшая девушка. Джана Ямана такая ситуация совсем не устраивала. Понятно, что он пытается оживить отношения. Хотя информации о прошлых отношениях Демет Аздемир и Джана Ямана не так много, известно, что любовь и близкая дружба этих двух артистов являются важной частью их отношений. Было установлено, что Демет Аздемир и Джан Яман снова начали встречаться после расставания пары, и причиной решения Демет развестись с Агужаном Кочем было то, что она хотела возродить свои старые отношения с Джаном Яманом. То, как Демет Аздемир и Джан Яман подходят к процессу возрождения своих отношений, должно остаться в личной жизни пары. Понятно, что эта ситуация требует гораздо большего внимания и понимания из-за трудностей, которые испытали Агужан Коч и Демет Аздемир во время бракоразводного процесса. Несмотря на это, мы можем сказать, что попытка Демет Аздемир и Джана Ямана возродить свои отношения – смелый шаг, предпринятый Демет, чтобы начать новую жизнь. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.